Всем привет! Сегодня на распаковке планшет для рисования с AliExpress, который послужит идеальным подарком для детей. Упакован в обычный пластиковый пакет. Давайте вскроем, посмотрим. Тут нас встречает коробка из плотного картона, по углам замята, что говорит не о совсем качественной упаковке. Все мы знаем магнитные доски, которыми завалены прилавки любого детского магазина, а также их ужасное качество сборки. Такого планшета я еще не встречал на прилавках. Помню, как подарили ребенку магнитную доску, и спустя час отвалился магнит от стилуса. Потом и вовсе потерялся. Это второй планшет, который я заказываю. Пользуемся версией на 8 дюймов. Вот она. Размер экрана составляет 12 дюймов. Есть также и другие вариации на 10 и на 8 дюймов. Есть разные цвета. Белый, синий, красный, черный и, как у нас, зеленый. Вот такой вариант на 10 дюймов. Больше подойдет для девочки красного цвета. Ссылка на него также будет присутствовать в описании под видео. Ну, вернемся к распаковке нашего планшета с обзора. Планшет ультратонкий, его толщина составляет всего 5 мм. На задней панели имеется линейка и может служить как коврик для мыши. Планшет очень легкий, прочный. Подойдет детям от года. Они будут просить рисовать своих родителей. Проверено на практике. Также взрослые с его помощью могут оставлять заметки. В комплекте идет пластиковый стилус для рисования. Но также можно использовать любые подручные пластиковые предметы. Рисовать можно даже ногтями. Дисплей не марки, матовый. Реагирует на степень нажатия стилуса. Чем сильнее, тем толще линия. Давайте попробуем нарисовать простой детский рисунок. Давайте попробуем стереть. Очистили изображение. Вот нарисуем такой цветочек. Я не художник, поэтому как получилось, так получилось. Вот что у нас получилось. Давайте теперь сравним с листом А4. По размеру они примерно одинаковые. Планшет имеет переключатель Hold и кнопку «Стереть». Переключатель Hold
отключает возможность стереть рисунок. Сейчас у нас положение отключено. Эта функция окажется полезной, если ваш ребенок будет постоянно нажимать эту кнопку. Отключаем функцию Hold. Рисунок пропал. Единственный недостаток, на мой взгляд, так это то, что нельзя стирать часть рисунка, а только полностью. Но этот маленький недостаток с лихвой перекрывают плюсы устройства. Рассмотрим их. Как заявляет производитель, батарейки хватает на более 50 тысяч стираний, что существенно сэкономит расходы на бумагу. Вес устройства и его прочность позволит не пострадать от падений. ЖК-дисплей устойчив к царапинам. Можно взять в путешествие вместо листов и ручек, которыми ребенок может испачкаться и испачкать все вокруг. Можно оставлять заметки для семьи. И использовать стилус в качестве подставки. Существуют два типа устройств. В распаковке одноцветный, но также бывает и градиентный. Смотрите на фото далее. Это уже по желанию. Но мой выбор пал на одноцветный. Питанием планшета служит распространенная батарейка CR2025. Батарейка идет в комплекте. Желаю всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!